Бук подходит. Наш член его близко не подносит. Может, пожарник запустить? Чтобы он дыма дать. Нет, а вот мы уже близко к Чернигову. Запустить пожарник для дыма. Начинает штурм, обрубили концы, понесло на Чернигов, но вплотную не понесло. Бук с носа подходит. Я загерметизировался, носовой настройки полностью закрылся, завязался. Пусть выносят, что хотят делать. Алло. А колонка с дистанционного не работает, только с юта работает. Идут сюда. Уже загерметизировались, пытаемся снимать что-то. Личный состав я предупредил. Я как раз после этого сразу, как оперативному доложил, собрал на инструктаж личный состав, и пока были мы все на построении, начали рубить концы. Все по местам, бывает тревога, и так далее. Герметизация. Парахмед, они сейчас будут, товарищ командир, они сейчас по правому борту, вот они готовятся по леерам лезть. Пусть лезут, блин. Снимай просто все. Сейчас снимай, вот тут смотри, как все видно, как снимали. А. Будем там закрывать внизу? Где он? Ну, спускаться ниже. Да. Отсюда-то быстрее. Что там, как там? Я понял, да. Ты смотри, как видишь, что они сюда забираются. Начинают выламывать. Вот этот люк, знаешь, как закрывается? Найду. Давай. Что за крики? Соня? Я. Люк будет прикрыт. Ага. Ты когда спустишься, задраешь его. Есть. А на что задраивать? Они уже пробираются, товарищ командир. Да хуй. А с Кировграда стоит и смотрит. Хуй. Пытаются открыть пост наводки РБУ. На сигнальный пока не лезут. Ты смотришь, все уже здесь на сигнальном.